Сегодня повезем кабанам на прикормку вот такую кукурузу. Куда-то досталась, консервированная какая-то, даже не просроченная, это февраля 2018 года. Кукуруза в площадках, вареная, в вакуумной упаковке. Столько вот коробок, увезем на две основные кормушки. Тут еще зелень какая-то. Не знаю, что за зелень. Ну, хрень, короче, какая-то. Вот такие кучи кукурузки. Увезем. Кабанчик должен занюхать, прийти. Вот и посажен наш бычок. Сам бы он не выехал точно. Вот так вот закопался у нас бычок. Хотели проехать, но сыро. Вот засыпали одну кормушку. О, размер какой. Куча. Лишь бы кто пришел. Было бы хорошо. Полным ходом идет разделка кукурузы. Початка. Пацаны работают. Ползела уже разгрузили. Вот и вторую кормушку засыпали. А запах... не передать, как вкусно пахнет.